Что, дорогие друзья, вторая серия ФНАФца. Я рад тех приветствовать. Всем здравствуйте, дамы и господа. Я гость Моконос, мы как всегда Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем продолжать игрушечку проходить под названием FNAF Security Breach DLC Ruin. Вы меня поддержали в комментариях, то что Айрон продолжай проходить эту игру. Конечно же, куда мне деваться, в принципе, ну, как бы, я боюсь, если честно, немножечко, ну, так нормально, в принципе. Тут Монти у нас, еще один какой-то чел, который нас может испугать. Давайте, наверное, это, сразу же быстро, я знаю, как это все... Вон Монти. Если честно, Монти какой-то бедолашкин прям. Отлично, быстрее. Узел безопасности взлома. Отлично, следующее. Монти просто немножечко накурился и все. Ничего необычного. Быстрее. Отлично. А теперь... Узел взломан. Нарушение безопасности. И куда? Куда? О, Монти! Тебе ты вовремя. Выбирайся оттуда, держи дистанцию. Ну, мы познакомились с каким-то кроликом. Если я что-то не говорю, то я очень напряжен всегда. В такие моменты. Очень напряжен. Меня капец как это. Я капец сейчас как напряжен. Честно, этот кролик бежит за нами? Вроде нет.
И надеюсь, что не будет бежать. Бежим, 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 бежим. Бот. Ботяра. Здорово. Тебя вырубить нельзя. Стой, скример. Нет. Просто втыкает. Я понял тебя. Зарядка для... Фонарик у нас бесконечный, типа, в этой игре. Но это хорошо. Тут не сохранение, ничего. То есть у нас автоматически все сохраняется, я понял. Мы не можем перезаписать сохранение там, типа. Даже вкладки такой нет, сохранится. Я понял, это из руин убрали. Наверное, типа, некоторые люди это самое... Я, пожалуй, пойду. Хватит ломать дверь. Заколебал. Пошли. Я бы мог, знаете, что, конечно, посмотреть прохождение там. Типа, чтоб не пугаться так сильно, если это самое будет... Как-то страшно, что ли. Отлично. Волком. Никого. Фух. Страшно. О, здорово. Пять узлы отрубать, не ёма. Включил первый, второй. К шарик мы каким-то присобачили. Узлы эти. Ну, прикольно, что тут узлы типа есть теперь. И то, что можно вот так вот бам. Бам. Отлично. Узел безопасности. Опа. Я понял, когда он появляется, лучше снять маску, потому что он может нас просто напугать. Беда. Бедолашки. Капец. Сижу такой, бедолашки. Ну конечно, я бедолашки, что попался на его ловку. А как он через это меня укусил? Алло, это чё, ФНАФ? Алёша, ты что делаешь со мной? Да, капец. Я же уже взломал, ну ё-моё. Первое. Второе. На превьюшечку он пойдет у меня, короче. Заколебал этот заяц уже, честно, уже в печенках сидит. Пошел в пень. Чмарди. Ну, этот Монти жалкий. Здорово, здорово. И тебе тоже привет. Я пройду, Монти. Спасибо. Конкер Рокси. А, нет, это подвал. Нет, это подвал. О боже. Угу, понял. Опять зона безопасности.
Включаем. Еще где? Вот. Быстрей, 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 быстрей! Вырубай! Он прям тут был. Он прям здесь был. Он показывается только, когда я в маске, я понял. Ты единственный мой враг, типа, когда я в маске. Шипануть бы. Че ничего не работает? Туда. Туда, баботика. Рубаем. Ух. Что-то нас скримерами прям пичк. О, нет. Ждем скримеров. А я уверен, что они тут будут. Смотрите, чекайте. Нет, здесь тупик. Не отчаивайся, выход всегда есть. Иногда нужно лишь глянуть на ситуацию с другого ракурса. Пройти это... Аномалия. Что с этой аномалией делать? Обнаружена аномалия. Вау! Он исчез. Человек создал дискуссию, но это не может быть. Там был экран, прежде чем взглянула на камеру. Клянусь. Беспокоиться не о чем. Все выглядит совершенно нормально. Тебе наверняка... Я в детсаду. Как сюда выбрать? От как сюда выбраться? Доберитесь до театра в детском саду. Подвесные мостики. Гонок. Чего? Я в детском саду. Я в детском саду. О боже, это просто разрушенный детский сад. Я не хочу идти к... к луне там, к солнцу. Там, да, разрушен. Ну нет. Он дружелюбный. Они просто... Из Теджога, да? По-моему. Да я слышу уже луну, блин. Мне уже как-то не по себе. Телек. О боже, шутки, смех. Нет, симуляция. О боже, мне уже не нравится, что тут луна.
Ну и где ты, чмордей? Понял, принял, обработал. Ля-ля. Дряная девочка, тебя пора спать. Свет, нет. Где он? Так же он же упал. Ну, как опять горки какие-то. Как я ненавижу горки. Как я ненавижу. Дряная девочка. Тебе пора спать. Пошел в пень. Так мне от луны спасаться. Новый друг. Я застрял во сне. Перезагрузка. Мы должны стать единым целым. Хочешь, чтоб я тебя перезагрузил? Это шутка. Дряная девочка. Включи свет. Запусти генераторы. Опять? Да ну ё-моё. Похоже, что воспитательского сада не исправен. Яркий свет зирует его. Камеры. Луна, либо же солнце. Генератор первый на второй камере. Ага. Обнаружена аномалия. Картин. Обнаружена аномалия. Картин. А, вот как. Я картину, ну. Все. Он прям здесь был. Тихо. О, вот чмордей. Как я не люблю детские сады. Как я ненавижу их после ФНАФа. Я не могу снять это. Мне как-то луна мешать будет, нет? Типа, или ему пофиг, типа он под кайфариком. Луна. Походу под кайфариком. Либо же хрен его знает. Мне 15 лет, блин, чё я, блин, боюсь каких-то, блин, это самое, фигур? Вы угораете надо мной? Я вообще это самое, просто прохожу. Мне как-то пофиг на луну, ну, там. Сидит, мучается, блин. Ну и чё, и куда она? Куда мне, Алёша? Подскажи мне верный путь. А. Генератор первый. Отлично. Это не сработает, иди спать, солнца больше нет. Есть!
Find the other generator. Ты что за голоса, блин? Меня это бесит. Хоть голосами это самое меня запугивает. Где Луна? Как я со такой стаминой вообще убегать должен от Луны? Что за бред? Я же не убегу от него. Понял, принял. Че, на третьем что ли шелхается или что не по? Так, 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 так. Луна, луна, луна. Я понял. Я понял, к чему. Куда надо рыть? Я понял, куда надо рыть. Какую правильную сторону? Может так просто походить? Я просто пришел, ты сам, сбежать из сада. Это как в первом секьюрити бличе было. Только. По-моему, только сейчас намного легче. Намного сложнее, то есть. Страшнее. Фиг его знает. Ну, Кэсси сейчас, блин, проходит, типа, как будто за Грегори. Хотя Грегори проходил. Кэсси намного... Это самое, смелее, если она так проходит спокойно. А Грегори, ну, ёма, секунд. Где мне пройти? Куда? Где ведет это самое внутрь сада? Чего нигде не шелохается? Вон что-то горит. Ты шмарняй. О! Опа! Понял. Ты пятый? Да. Картинки. Давай быстрее! Нужна мамаля быстрее. Все. О, да он чисто нас пугает и все. Чего страшного нету в этом чмордяе? Золотое солнце. Я поднимался ради солнышка в этом, блин. Серьезно, угораете? Генератор. Дрянная девочка, прекрати. Делает нам эту хруст 6 дней. По факту нам сюда. Слушайте, пока легко. Надеюсь, так будет и всю игру. Да ты замолчи, Грегори. А если я сдохну, с какого момента я начну? Типа с самого начала, то есть это все должен буду делать с самого нуля?
Перезагрузка. Суки, по-другому. О! Дня рождения. Затмение. Внимание, внимание, ребенок в опасности. Дядька, тебе нельзя тут находиться. Такой страшный. Нам нужно пойти открыть все, здесь будет полно детей. И терпение, ждете снова. Ух. Солнце, спасибо. Пожалуйста, ёма. Это было страшно. Но нас только пугал этот чемордяй, который, если шапочку одеть, то да. Так что, ну, такое. Здорово. Здорово, здорово, пацаны. Нет, они просто стоят, втыкают, я понял. Так. Вау. Вау. Хе-хе-хе. Так, ну чё тебе надо, чёрный? Получается... Возьмём мистери бокс. Солнце упало. Здорово. То есть я туда ходил просто ради этого. Как вы меня пугаете, слушайте, пацаны. Не пугайте так. Опять 25. В иксту это прива... Блин. Заколебал уже появляться, если честно. Включаем бота. Вроде тихо. Один, ноль из трех. Пошел. Слушайте, типа, вроде бы неожиданно, а вроде бы, типа, ты уже ожидаешь скримера, это такое, не знаю. Вроде бы ожидаешь, а вроде бы нет. Интересное ощущение. Но, мне пока что руины нравятся, в принципе, прикольно пока что. Мы побывали уже у Луны и Солнца.
Сегодня мы их открыли, так сказать. Ну, а мы на этом, наверное, закончим свою вторую серию. Если вам понравился видеоролик, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, конечно же. Пишите в комментариях, продолжать ли мне делать третью серию по FNAF руинам. И, типа, поддержите меня хотя бы лайком. А то, ну, реально, ну, типа, так... страшновато. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был Айрон, всем удачи, всем пока-пока и до скорых встреч.